Тяжко на шаре
Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад, что вы пришли в этот только что открывающийся зал. Я очень рад, что вы не побоялись вот в это неважное время, потому что так уж вышло, что какие-то билеты были сданы, и вот мне даже почему-то многие люди писали, чтобы этот концерт, чтобы вот этого концерта не было. Но мы все равно решили этот концерт, конечно, проводить, потому что это жизнь. Нам всем надо жить. И как не петь песни про любовь? Потому что все-таки песни про любовь, они дарят нам весну. Они дарят нам эту любовь. Они дарят нам эту близость. И какие-то глаза, которые будут смотреть друг на друга с любовью, с нежностью. Сегодня заявлено 20 песен о любви. Прозвучит, может быть, чуть больше песен, больше чуть музыки. Хотел сказать два слова, ну, как всегда, кто ходит на мои концерты, знает, что я вначале говорю, вот, а потом уже пою, и даже, наверное, какие-то песни не буду я объявлять, потому что они все их знают. Просто хочу сказать, что как хорошо, когда вот в таком камерном зале можно собрать всех друзей, можно собрать всех людей, которые с удовольствием ходят на хорошую, замечательную, добрую музыку. У меня будет несколько в апреле больших концертов, больших залов. Прежде всего я должен сказать, что у меня будет 26 апреля большой концерт, это будет так называемое в честь 150-летия Гнесиных, будет в Академии Гнесиных, в Большом зале Академии Гнесиных, кантата Глазунова, посвященная столетию Пушкина. Я там буду принимать участие, один из солистов. Это будет 26 апреля. 27 апреля в концертном зале «Вдохновение», что в Ясенево, я буду петь один из участников программы, я спою 4 песни на слова гениального советского поэта Бокова, которого многие считают вторым Есениным советского поэта. Это будет концерт 27 числа. 29 числа будет замечательный концерт моего класса, моих замечательных учеников в Академии Гнесиных, 29 апреля в 19 часов. Вот эти концерты будут проходить именно в апреле. Остальные концерты я объявлю дополнительно, но точно совершенно 16 мая у меня будет по вашим же многочисленным просьбам будет повтор концерта «Военные песни», лучшие песни, которые были исполнены во время Великой Отечественной войны, которые посвящены Великой Отечественной войне. Это будет 16 мая в концертном зале библиотеки Пушкина. Многие знают это место, я там уже не раз выступал. И вот 16 мая я повторяю этот концерт. Это из больших концертов. Все остальное вы увидите в каких-то моих вот в историях. Мы продолжаем, я продолжаю. Хочу сказать два слова еще последние, что прозвучат песни совершенно разные сегодня. И часто меня ругают, что в сольных концертах своих больших я не использую каких-то вот, ну знаете, обычно поются дуэтами, приходят какие-то другие артисты. Вот сегодня будет огромное количество людей мне помогать, самых звездных, самых хороших. И наконец-то я исполню мечту многих людей, что я буду не один на сцене. Сегодня со мной еще будет замечательный совершенно саксофонист Роман Католикян со своей группой. И, в общем, мы все надеемся, что вы получите удовольствие. Все, на этом я заканчиваю разговаривать и начинаю петь.
ищет потом кого-то и не может никак отыскать, словно ищет потемков кого-то и не может никак отыскать. Часто ее просили петь один оркестр, другой оркестр, в общем, какие-то дни городов. И я как-то считал, что песня для меня слишком легкая, да какая-то неинтересная. И вот так вышло, что я ее запел в одном городе, и вдруг весь зал начал мне подпевать, пел ее до самого конца. А с ужасом, дело в том, что я не очень-то хорошо знал слова. Я был настолько потрясен, что они все знают, а я не очень. А потом в следующем городе я начал петь эту песню через какое-то время, и снова произошло то же самое. Ну, видимо, такая великая песня. А вот я ее упустил. Пришел объяснить за хороший дружок. Вчера говорил.
Сейчас выступят мои друзья. Роман Аликен. Здравствуйте. Мы сегодня сложим с Кристом Кидом. Первое будет авторское. У нас есть столовка, и где вы исполните это произведение. Oh!
Конечно, было бы неправильно, да,
смирением делать небольшую пародию на балет с великим человеком. Не надо бы, наверное, все-таки в этом зале тоже быть большой хороший балет. Со мной Светлана Захарова. Piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. Следующее произведение.
наверное, один из популярнейших стандартов. Блюз, то блюзоманка, строение на честь. Oh!
любви. Не ведал мир такой печаль. Он ей дарил стихи свои, что для нее в душе звучали. Он столько лет в нее влюблен. Его любовь неповторима, в каждом звуке слышит он ее божественное имя. Он одарил знал, что нет любви без песен, а жизнь всего. Зло, сомнений и обида. Свою любовь последний раз улыбкой вновь благословил он. Прошли года, пройдут века, его любовь осталась с нами. Себя здесь слышать, обращаюсь снова к звукорежиссерской группе. Наверняка здесь все в зале хорошо звенит, но после, я когда выхожу после ребят, здесь все тише и тише у меня. Прошу эту честь. Вы знаете, когда-то говорили так: есть кино хорошее, есть кино плохое, а есть кино индийское. А вот любители или профессиональные любители творчества Мартынова, наверное, сотрут меня сейчас хорошо. Но я люблю какие-то делать вещи, которые еще никто не делал. Смотришь на глобус и говоришь, вот такую песню вот так точно никто не делал. Ладно спеть, у нас много кто может спеть. Давайте, значит, я... Ну, в общем, есть кто-то, кому спеть. А вот чтобы соединить, это надо подумать.
болезням. И тоже мне вы должны помочь. Спит наши замечательные любимые актеры. Так уж мы решили, что звучит несколько прекрасных русских имен. Это и Натали, и Алёнушка, и вот теперь Анастасия. Если, конечно, нас не заругает автор. Дайте мне погромче на сцену фонограмму, пожалуйста. Я очень плохо слышу фонограмму. Птицы в небе щебечут Настя, сердце вторит Анастасия. Счастлив я, покоренный властью этих глаз васильковый синий. Губы с нежностью шепчут Настя, сердце вторит Анастасия. Я хочу, чтобы эта песня, эта песня не кончалась. Ее услышав, ты спросила, не мое ли имя прозвучало. Я хочу, чтобы эта песня не кончалась. Ее услышав, ты спросила, не мое ли имя прозвучало. Это может во сне объясниться и оставить свой след навечно. Льется себе на плечи, каждый сам выбирает счастье. Об одном лишь судьбу просила я, не отдай мне невесты Настю, дай мне в жены Анастасию. Я хочу, чтобы эта песня не кончалась. Ее услышав, ты спросила, мое имя прозвучало. Thank you.
концерт, я просил, чтобы он там сказочно крутился, вот, вот такой глобус, вот этот, вот, чтобы так все было красиво, сказочно, чтобы люди могли потанцевать. Но не за две камеры, которые снимают нас сейчас при этом. Но вот почему-то я не вижу, что о, вот, вот что мы как-то должны вот эти веревки красиво. Просто сейчас песня прозвучит. Я очень готовился. Песня очень такая знаковая. И мне хотелось бы, чтобы какой-то все-таки элемент сказки был, вот такой доброты, душевности, как в старые времена, как любят говорить, в старые хорошие времена. И песни, которые остались, они все будут знаменитые, старые, любимые. Поэтому вы со мной их, пожалуйста, пойте. Я буду очень счастлив. Значит. Thank you.
стадию. Наш концерт продолжается. Тут был детский мультфильм. Написал песню Шаинский. Про него всегда говорили, ну, неважный музыкант, но совершенно фантастический мастер придумать мелодию. Никто и близко не придумал таких песен, как Шаинский. И, может быть, придумать мелодию – это и есть самое главное у любого композитора. А всякие аранжировки, всякие истории, кто его знает. Я могу еще поговорить немножечко. Вот если кто-нибудь сейчас подойдет и выключит мой телефон, вот, мы продолжим наш концерт. Давайте одну минутку пообщаемся, кто-нибудь сейчас подойдет и выключит его. Вот следующая песня не композитора Шаинского, у меня тоже сложная судьба. Песни не приняли. И как-то один певец пел, второй, пятый, десятый, она в течение 15 лет ходила от артиста к артисту. 60-е, 50-е, конец 50-х годов. И как-то вот все не получалось. И песню дали коллективу, уже не одному артисту, а целому коллективу, чтобы ее спели. И вдруг песня пошла, и вдруг она стала любимой, и вдруг эта песня стала своя. И почему-то жители любого города очень хотели, чтобы письмо пришло именно к ним, а шло в другой город. Thank you.
Сына. Удивительный человек. Thank you.
борьбу в нашем городке. Каждый день в шумной тесноте ты придешь, сядешь в уголке, подберу музыку к тебе. Эти глаза напротив,
Чтобы потом долго-долго вспоминали сегодняшний концерт.